Всем доброе утро, ребят. Третье утро Нового года. Привет всем. В общем, не захотели покушать с утра. Начали двигаться. Салаты уже все. Померли. Мы их уже не едим. Нет, там я попробовала один салатик. Он можно его поесть. Но я все, уже есть их не буду. Я ем только салаты свежие. Сыночка у меня захотел быстрый завтрак. Так что вперед, вперед, вперед. Яйцо мое. Разбить. На. Так, мы сейчас делаем лаваш, сырочек и колбаска. Да, Сынова? Ай, что-то мне палец прокалывает. Что там? Кстати, у нас такой мороз, ребят. Минус 37 на улице. 37? Да, ощущается как минус 42. Это вообще дубак. Мы сегодня, наверное... Сегодня у мамочки, мамочка любимая, с днем рождения. У мамочки сегодня день рождения, но мы, наверное, не поедем. Потому что... На улице дубак. На улице очень холодно. Ну ладно, мы там сели на машину и поехали. Тут ничего страшного нет. Ну как у нас печку? Нам нужно топить печку. И из дома уезжать никак нельзя. Кто у нас будет топить? Она у нас топится все время у меня. Муж до полуночи он смотрит там хоккей или еще что-нибудь по телевизору. Вот он топит, топит, топит. А потом я просыпаюсь рано. И все, я начинаю топить. И у нас все время она топится. В общем, даже не останавливается. У нас в доме тепло, конечно. Нет, ну я в носках теплых и в шлепках. Сегодня уже халат одела. Два дня ходила в ножке. Все, что я много нарезаю этих лаваша. Давай мне сырочек. Кто этот? Девочка яйцо может сбить. А что это ту колбасу не принес? Это с этой хочешь? Разницы-то нет, какой делать. Степа, как сейчас это квест проходил, искал сыр в холодильнике. Так и не нашел. А ты знаешь, что он за миллион на маслом лежит? Так, сколько штук сразу мне говори, сколько ты будешь есть? Чтобы я не делала, чтобы мне не стояло. Давай. Давай 7. Ну что ты издеваешься? Какие 7? Ты 7 штук съешь? 6. Сочиняет. Ты съешь от силы 4 штучки. Все. Ну еще папа прилетит. Ну папа, я спросил, он сказал, 3 штуки будет. Я 3 штуки. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Подарок, ты хочешь колбаску? Пойдем, да. Антерка, точно будешь ее есть? Или просто орешь? На. Ешь. Будешь кушать, нет? Ой, а что у нас свет не горит-то? На улице солнышко такое яркое вообще, ребят. Ну, а всегда, когда солнце яркое светит, то мороз. О, как надо выживать. Все, можешь заворачивать, сынок. На листы бери. Заворачивай. Блин, у меня сковородка большая занята, придется в маленькой жарить. Представь, как неудобно будет. Ну и ладно. Сыночка, он заворачивает. Все сырок, колбасу нарезала. Так, привет, там Степа. Что вкусняя? Ты метод? Ты откуда знаешь, будет твой это или нет? Он подгрызает. Слышь, ты деловой. По методу Степы. Подгрызает эти. Откусывает. Да, она откусывает колбасу. 3. Сколько? Так, что давай? Стёп, не надо надкусывать. И возьми один кусок колбасы и ешь. А надкусывать мне не надо тут ничего, ясно? Сочиняет он, стоит. Если бы, ладно, я это не видела, другое дело. А кто тут он мне показал по методу Стёпа? Методика, я вообще не знаю.
жарить на маленькой сковородочке. То, что большая у меня занята. На нее минимум 3 штучки. Ну, 4 по 4 как раз. А что ты этот... Нормально, потуже сматывай. Я смотри, вон с этого на сынок, смотри. Когда ты начинаешь заворачивать, прям прижимай крепко и заворачивай сильнее. Смотри. Вот, смотри, видишь? Туго пошел. А у тебя там слабенький, вон, видишь? Так, маслице заливаем. И сейчас будем жарить чай. Кстати, у нас закипел? Да, кусок колбасы съем. Ешь, ешь, я еще отрежу колбасы. У нас колбасы много. Так, сейчас чуть-чуть наперчить надо сюда. Слушай, может, еще одно яичко сюда принести, еще одно яичко? Как мне кажется, мало вас с тобой. Давай сюда еще яичко. Ой. Что, страшно? Что, нет, солнышко прям светит в глаза это. Я просто... Никого оно ушло. Оно прям хрупкое такое, знаешь, на то мне прям давить надо. Это, знаешь, жар, оно разбилось. Да, я не сама разнесла, ты закручивай. Сейчас я вам руки помою. Вот эту штучку я так сдеваю. Я, кстати, уже показывала. Угу. Я обволакиваю с двух сторон сковородочку. Все, надо еще дальше делать. Да, да, сыночек, делай. Как раз вот 4 штучки у меня выглядит сковородочка. Я тут раз, кстати, пробовала делать с копченой колбаски. Нет, мне не понравилась копченая. Она сильно жирноватая. Ой, я, наверное, знаешь, что я, наверное, кофе попью. Ты не хочешь кофе? Нет? Что? Что, 2 штуки? Ну, как раз там 4, тут 4. Вообще нормально, да? Ну, мать, что такое лаван большой? Он так и нарезал, он такой был, я так разделила и все. Можешь один наполовину завернуть, потому что видишь, колбасу уже нарезала, или ты съешь колбасу. Съем. Сейчас будешь вот эти жареные есть. Ладно. Какая будет большая. Сейчас сырок уберу, сразу все уничтожу в один. Нужна большая колбаска, большой сыр, большой лаван. Зачем? Ну, чтоб ты спросил. А? Чтоб ты спросил. Ага. А вот сыр остался. Видишь, какие чебуречки. Так, давай это. Бокальчик доставай. Папин доставай мой. А мой тут стоит. Папин, доставай, ты будешь чай? Давай. На, заварь. Сахар. Сколько тебе? А нет, я кофе буду. Сколько ты будешь? Мне ложечку кофе. И мой бокал. Папе 3 ложки сахара. Еще в маленькой сковородочке еще удобнее жарить, прикинь, Степ. Ну, не видишь, вот зависит все равно сковородка какая. В той сковородке они пожариваются совсем по-другому. Цвет жарения. Вот если бы я вот на этой блины делала, вот как мне спросила, не помню кто, девчонка, подскажите рецепт ажурных блинов. Это обычное тесто, просто зависит от сковородки. Вот если бы сейчас вот на этой маленькой сковородочке я делала вот эти свои блины, которые мое тесто, они у меня такие не получились бы ажурные.
А может и получились, кто его знает, я даже ни разу не пробовала. Сейчас сыр убирай, колбасу убирай. Все в холодильник. А надо было раньше говорить о том, о сём. А уже а всё. Ещё одна. Так я же заделываю с ноль. А я думаю, что ты не забыл. Да, ну прям. Я вон, я это последнее яйцо осталось, я вон прям туда так внутрь его, чтобы она зажарилась. Я вспомнила, я быстрый завтрак сделал без яйца. Вот сюда мне это. Кофе одну ложечку. Вон сверху стоит кофе моя. Вот это? Да. Не знаю, что такое. Осторожней. Ложку. Ложку не надо мне из банки сыпать. Придумывает. Сахар кинул папе? Да, все кидает на ложечку. А уже все. А надо было раньше говорить о том. Уже все, надо будет сегодня из холодильника все вытащить, все почистить и брать. Потому что салат у нас невозможно. Все, сынок, смотри, даже чай наливает. Все, еще сейчас последний чуть-чуть штрих дожариваю. И все, и мы будем кушать. Такие вот получаются у нас пироготки. Вот столько у нас и вышло, ребят. Все, мы садимся утром пить чаечек и кушать. Так что, ребят, приятного аппетита нам и вам. Да, сыночка? Елочка там не светится? А, это солнце туда, я думала, елку-то зажег. Нет, не светится. Всем привет, я вас люблю. Мы сели за стол. Свекровь приехала в гости к нам с Новым годом поздравить. Столик вот накрыли и сели перекусить. Ну, я, конечно, не наряженная, такая красивая. Так что приятного аппетита всем. Это хорошо, хоть чуть-чуть сел перекусил. Он же вообще не ест. Так вот из-под палки. Это хорошо, что мы утром делали эти. А ты не хочешь ко мне поехать 5 числа? А 8 приедем. 5? На 2 дня. А что там морозы делать? Вик возьму с собой. Интернета не будет. Интернета нет у меня. У меня есть игры без интернета. Поедешь? На 2 дня. 5 уехать. 6, 7, 8 приедем. Думай. Думай-то зачем? Иди до Вики. Каникулы. Да. А я выйду с работы, приду, чтобы нам за 2 часа уехать. Лиза сказала, Саша сказала, мы не с Лизой поедем до бабушки в стол. Ну, езжай. А Вики я обещала. Не знаю. А Вики кто поедет с тобой? А когда ты будешь плакать? Да куда такой мороз? Какие морозы? Вообще морозится очень дерьмо. Угу. До 11-го на улицу не выйти, ничего, шики. Сидим дома. Или может на лето. А летом так и так приедет. Дай вилку мне. Дай вилку? Летом так и так приедет. Дай мне. Летом втрою прирулить ко мне. Я бы дома сидеть уже, не буду работать. Пельмешки вообще прям вкусные. Угу. Лес будем за дровами. Горячие. За ягодами. Знаете, зачем мы убьем? За баблюдо? Давай. За именинника. У нее 2 шестерки сегодня. 66? Угу. Так что. А мне будет летом 67. Может, за мамульку? Давай-ка. Она нет, сказала, они не пьют. Я если пьют, то я приду. Нет, а я говорю, холодно. Куда? Я говорю, тоже мы не поедем. Ладно, мы поехать-то уедем на такси, а кто топить будет? Нет, ты что? Она топится печку-то, она у нас не останавливается. Петь его допоздна. Телевизор смотрит, там хоккей или что. Он подкидывает. А потом с утра я уже высыпаюсь. Там-то у вас нормально, вот тут стены пустые у вас. Ну. Там-то у вас брус. Нет, у нас-то не холодно, у нас тепло. Просто нужно всегда поддерживать тепло. Нам... Одну дровишку кинул, 2 дровишки, и все, и тепло. Сказали, нам к 2027 году подвезут газ. Деление. А прям газа еще нет, бесплатно подвезут к дому, угу. А в дом уже вы сами покупаете. Угу. Это вообще хорошо будет.
К дому есть. Стояк поставят, а мы там котел все купим. Ну, 100 тысяч обойдется. Я говорю, Володя, соберем, купим Тимати. Я говорю, кредит возьмем, посчитаемся. Конечно. Давайте. Это газ. За мамочку. Одну пенсию отдавать будем. И... С днем рождения, мамулька. С днем рождения. Она коза должна думать. Такой мороз родила. Дайте, погодите. Хватило ума нее. Я не выпила, говори. Дайте бокал. Что ты хочешь? Тоже выпить с нами. Дай. Доставай. Скажи, возьми фужер. Ты хочешь налить это свое шампанское? Да. Ну возьми фужер, сынок. Давай, Степа, мы с тобой. Да я еще одну лью, потом третью выпить. Да? Ага. Еще есть? Угу. Давай. Подожди, Степа, сейчас я выпью, хочешь нальем. Мы сегодня с вами. Ну поставь, сынок. Давай попозже, я тебя потом позову. Ой, на бабу Люду хочет. Это вот фужеры купила. Все-таки хорошо, я в тот раз купила в ленте не вот те тонкие. Короче, там были за 400, короче, за 500. Такие подлиннее. Дай сюда. Ага. Я бабе расскажу. Вот такой же фужер, он потоньше и вот такой вот длинный. Он был тонкое стекло. Я взяла вот этот потолще. Они 200 рублей стоят. Так дешево. Да, в ленте были. 6 штук. Да. В общем, я купила вот этот потуши. Степка на Новый год прям так вот, как шоу, его и снес со стола. Он упал на пол, считай, на этот, на паркет. Нет, он упал целый. Хорошо. А я говорю, а если бы я тот купила, те фужеры, вот тот в дребезги бы сразу, потому что там тонкое это стекло. Мы хотим печку вынести в кладовку, кладовку утеплить, все газ подойдут. Надо в этом году думать. А зачем? Не надо, чтобы в доме стоял газ. Пусть у нас это в веранде, кладовки у нас. Да ну прям, у вас там место-то куда? Кладовку. Это еще отапливать такой квадратов столько, зачем, смысл? Нам все равно придется трубу перебирать, печку вам поднимать. Вам газ, если будут ставить вам газ, вам вас поставят там вот, со стороны спальни, вот где у вас стоит, вот там вот вам поставят этот газ. Нам подойдут сюда, трубы подойдут сюда и все. Кто сказал? Да, со стороны спальни нам не надо. Они где скажут кухня, там где позовете меня? Да. Где скажут, что где кухня, они туда и подводят. Зачем мне туда, с той стороны спальня, там у нас спальня. А там вы же не спите, там же у вас комната. Мы там спим. Не, со стороны большой спальни. Ну. Ну, там мы поставим в эту. Ну, я имею в виду ту большую. Со стороны спальни большую. И подведем. Вот это вот, да. Да, и подведем сюда. Вот, я вот там имею в виду. А туалет мы туалет отгородим. Ну, нафиг он нам нужен. Там и душу, а душевая вас где? Вот там здесь туалет, а по этой стороне душевую поставлю. Вот, я говорю, как раз там и газ будет, как раз да. У вас там все будет в этом. А эту печку-то убирать нельзя вам все равно? Я печку не убираю. Ну, кухня-то у вас. А все равно у нас аж не отапливается эта стенка у нас. Какая? Что, где труба стоит. Она не отапливается, с той стороны не отапливается. А, с другой стороны? Да. Она только здесь топит, а с те стороны не топит. Не греется. Выключай, хватит. День рождения тебе, Боба. Бабу Люду ты поздравляешь? Я думаю, что он бегал за шампанским? Все, говорит, дай мне бокал. Так ты поздравь, громко скажу. Баба Людочка, с днем рождения! Поздравляю тебя, баба Люда, с днем рождения. Молодец какой. Чупчик какой. Видишь, какой, а? Молодец, Кепка. Ну, мы тебя поздравляем, да, точно. Так что, мамочка. Так что, ты не хотел наливать? Сейчас а посмотрим. Мне налили за тебя, не переживай. Мы сами тебе налили. Мы все тебя поздравляем. С днем рождения, мамулька. Ты не пойдешь, Степик? Куда? Папа уже оделся. Тогда я смогу сказать, что хотят духи от тебя. В общем, мы лежим уже. Мороженое кушаем. Напились, наелись и лежим, мороженое едим. Ага, и смотрим гадалку. Духи от воде. Гадалку смотрим. Так, хорошо. Тепло. Вся крыша. Мама любимая, родная, в мыслях тебе лечу. Я с днем рождения поздравляю и пожелать хочу. Часто за днями дни. Моя мамулечка, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы исполнялись все твои мечты.
Поздравление прими от твоей дочки Ольги. Люблю тебя очень. А если бы у меня был мандарин, я бы обязательно с тобой поделился. Да, жаль, что у тебя нет мандарина.